5, 7, 8. Сколько же их? Такой караван я вижу впервые. Надо сообщить командованию. Ваш трюк со свечой насторожил меня, Мидзуки-сан. Вы, как всегда, непобедимы, Комрад-сан. Ну и вы, Мидзуки-сан, отлично дрались. Мне крепко досталось. Я хотел бы искупить свой проигрыш, Комрад-сан, и прочитать вам одну из древних хоку. Лунное сияние плывет к востоку. Тени кораблей плывут к западу. Кот, спасибо. Вы нам больше не нужны. Вы не ошиблись, Мидзуки-сан? Тень или тени? Именно так, Конрад-сан. Тени. Много теней. А флот Микадо вынужден наблюдать, как они плывут мимо медленно и спокойно. Увы, мы связаны с русским пактом. Наше командование констатирует, в арктических морях русские чувствуют себя хозяевами. Вы согласны со мной, Конрад-сан? Берлин. Штаб руководства войной на море. Вот путь русского конвоя.
Данные японской разведки подтверждены нашими людьми в Канаде, что позволяет произвести расчет достаточно точно. Конвой состоит из 19 транспортов, 4 ледоколов, 3 линкоров. Генеральный груз – продовольствие, оружие. Русские считают Северный морской путь абсолютно надежным. Эр Гросс-Адмирал, предлагаю. Крейсер «Адмирал Штайнер» пройдет на северо-восток, севернее Новой Земли, потом стремительно вниз, к проливу Вилькицкого. Таким образом, достигается полная внезапность нападения. Контроль за состоянием льдов будут осуществлять подводные лодки. Но вы не знаете всего, господа. Адмирал Канарис информировал меня. В это же самое время русские посылают второй конвой из Архангельска на восток. Итак, господа, я считаю возможным окончательно разбить противника в месте встречи и оба конвоя уничтожить одновременно. После уничтожения англо-американского конвоя ПК-17, Черчилль отказал Сталину в помощи по Северному пути. Теперь русские могут рассчитывать только на собственный транспорт, поскольку все крупные ледоколы работают в составе караванов. И успех операции «Вундерланд» будет означать полное прекращение судоходства по арктическому пути. Северная артерия коммунистов должна быть перерезана, господа. Летняя кампания 42 года развивается для нас чрезвычайно успешно. Участь Сталинграда решена. Солдаты фюрера купаются в Волге, господа. Уполномоченный Государственного комитета обороны. Задание выполнил. Пополнение доставил, раненых вывез. Добро. Валю, ну здравствуй. Здравствуйте. Ты что это, бороду отпустил, что ли? Да, холодно. Тяжело там. Тяжело. Да. Значит так. Погрузишься здесь, а потом с Диксона возьмешь хозяйство для полярников. И на Северную Землю открывать новую станцию. А как же мой аэропорт?
Ты что, не понимаешь, зачем нам нужны новые полярные станции? Именно теперь, когда Северный путь стал самым кратчайшим путем для стратегических перевозок с востока на запад. Это что, не фронт? Я не на такой фронт просился. Почему же пушки поставили? Военную команду принял. Чтоб при случае пугнуть юнкерсов могли, ясно? Вон, тебе нового замполита назначили. Здравия желаю. Здравствуй. Как здоровье? Спасибо, подлечился, товарищ уполномоченный гособороны. Могу продолжать службу. Вот письма забрал из госпиталя для команды. Письма. Письма — это хорошо, лишь бы в них горя не было бы. Знакомься, командир корабля. Здравия желаю. Здорово. Да. Идете на Северный полюс. Срок подготовки 5 суток. Есть 5 суток подготовки, товарищ уполномоченный гособороны. Уложимся. У тебя ледокольный пароход. Не забывай об этом, друг мой. Уложимся в срок или нет, за это я отвечаю. Запомни, это замполит. Чего ты кипятишься? Не терпится рукой помахать белым медведям. Так возьми наш чашку. Нет, нет, господа. Сегодня все аплодисменты принадлежат нашему дорогому гостю, фрегатен-капитану Конраду фон Бюхнеру. Он только что вернулся с новой потрясающей победой. 18 вражеских судов спустили перед ним свои флаги. 19-м стал гигантский рефрижератор, который Конрад привел на веревочке. Тише, тише, господа. В его холодильниках были горы мяса. И 15 миллионов... Яиц. В честь этой победы, господа, наш номер.
Победа рыцаря, прежде всего, победа его дамы. Конрад, я надеюсь, ты позволишь мне пригласить баронессу. Подводнику я не могу отказать. Адмиралтейство, совершенно секретно. Несмотря на попытки дезинформации в том, что крейсер «Адмирал Штайнер» пойдет на юг, достоверно установлено. 16 августа крейсер вышел из Нарвика на север для рейдерства в советских арктических морях. Амадей. Да, конечно. Какой ты счастливый, Юрка, ой. Молодец. С капитаном лично знаком. А ты корабль водил? Конечно. Жил отважный капитан. Он объездил много стран. И не раз он бороздил океан. Юра! Дымись! Ребята, перекладывай! Мне нужен хороший, классный радист. А ты чем занимаешься тут? Марш! Стой! Как надо отвечать? Есть рубку. Ребята, уже поздно, по домам. Тепло твое, Юрка. Ой, сам ты трепло. А может, правду знаю, капитан? Конечно, знает. Да она знает, как же так. Дорожные ноги. Так, быстрее. Перекладывай, быстрее. Показывай руки. Чем ты занимаешься? Я же говорил тебе, что мне нужен хороший радист. Классный. А ты за борт лазишь. Сигнальную бочку. Мама заходит. Погрузка закончена. Все согласно каргоплану. Добро. Свободен? Да. Разрешите. А, Варгин, это ты. Заходи. Да чего ты стоишь? Заходи, садись. Я тебя таким вином угощу. Ну. Вот попробуешь и скажешь. Ты такого вина еще не пробовал. Уверяю. Ну? Значит, решение принято, капитан. Конечно, лейтенант. Я твой рапорт порвал. Ну да. Да, Варгин. Понимаю. Но уставу военного времени вы не подчиняетесь. Но меня-то как мужика вы понять можете. А ты не понимаешь, зачем мы идем открывать новые станции? Это что, не фронт? Ну я же миноносец. Ну зачем я вам нужен? Ну мне же не в бирюльке играть. Мне немца бить надо. Ну хватать его за глотку вот этими руками. Сказал бы я тебе, да ты все равно не поймешь. Почему не пойму? Да потому что разные письма с тобой получаем. Тебе вон из Грузии пишут. Фашист же туда не дошел. А мне... Ай...
меня в Грузии. У меня два лучших друга было. Детских лет. Первый. В Севастополе. Второй. В Белоруссии. Да я понимаю. Ираклий. Прекрасный детский врач. Царство ему небесное, единственный сын. Иди. Иди, Варлин. Я тебя отпускаю. Нашу уголок нам никогда не тесен. Ты что, серьезно это написала? Чего ты молчишь? Было. Ну и что? Надо товарищей поддержать. Ты же давал мне слово сюда в таком виде не приходить. Давал? Подружки, товарищ, кто айсберг, кто уголь плохой? Высади меня сейчас же! Меня предупреждали не связываться с тобой. Да что же это за жизнь такая? Комнату выбью. Комнату выбью. Вот вернемся, все образуется. Ключочек нашелся. Все хорошо будет. Видно, я плохая жена, да? Любимая. Ложись. Ну вот, ложись. Разрешите. Можно войти? Мы уже вошли. Что у нас сегодня? Ваш любимый завтрак, господин капитан. Приятного аппетита, капитан. Докладываю, кромка льда в двух кабельтовых.
Яшенбах, 2 кабельных. Докладывает Яшенбах. Кромка льда в 2 кабельтовых. Всех офицеров на мостик. Ein кабельник. Склад. Befehl des Kapitäns, alle Offiziere an Kommandobrücke. Worauf warten Sie noch? Вы свободны. Gehen Sie. Идите. Sehen Sie mal. Ja, da sieht man was hier. Kommen Sie mal, zeigen Sie mal. Guck mal. Ach, sehen Sie mal, eine Bärin. Ah. Ich denke, die 600 Kilo. Nee, bestimmt eine halbe Tonne. Aber so ein Ding, ja? Ja. Dann jetzt mal vielleicht mit einem Gewehr. Haben Sie mal probiert? Das Fleisch von deiner Polarbeere, ne, mein Herr? Vielleicht stinkt nach Muskus oder so. Ach nee. Ah, so was hab ich nur im Zoo gesehen. Kick mal. Eine Beere. Ah, da kommt aus dem Wasser. Schön. Aber nein, dieses Ding. Friert das überhaupt nicht eins? Ja. Meine Herren, wenn's überhaupt eins vom Gott geschaffenen Urbild existiert. Если существует созданная Богом страна, то вот она. Крейсер «Адмирал Штайнер» вошел в страну чудес. И льды ярким сиянием приветствуют своего нордического друга. Нордического друга. Прекрасно. По-моему, удачно сказано. Darf ich melden? Разрешите доложить. Радиограмма от Зикса. Читайте. Потоплены транспорт и баржа. Остаюсь в заданной позиции. Это все? Да, господин капитан. Передайте Зиксу. Главная информация о рядовой обстановке, а не ваши атаки. Точка. Глупый честолюбец. Deutschland, über alles in der Welt. Wenn es geht um Schutz und Trotzen, brüderlich zusammenhält. Von der Mar bis an die Memel, von der Elsch bis an der Fell. Deutschland, Deutschland, über alles. Как здоровье. Мы ждем и дождемся твоего возвращения. Все очень соскучились, особенно я. Мама с Сашкой... Несмотря на сложные метеоусловия, на полевом аэродроме Восточной Пруссии идет подготовка к...
Коля. Дура. Гибшон. Ауф. На лод, Гибшон, давай. Эй, командир! Посмотрите, кого я притащил. Будет у нас теперь и кот, и радист. Langsam voran. Scheiße. Господин капитан, лед затягивает под винты. Бада машина, стоп. Однако страна чудес ведет себя по-хамски, черт побери. Бакборд вперед. Штраборд рукват. Байда вперед. Штурман. Курс кюстенгебит для русских. Курс в район прибрежного плавания русских. Zum Teufel mit der Черту маскировку. МК. Сигналваха Verstärker. Усилить сигнальную вахту. Jawohl, Signalwache Verstärker. Aschenbach. Ja. Ballgeräte an. Ищите все пеленгаторы. Jawohl. Ищите. Нам нужно русское судно. Egal welches. Любое. Wir erfahren dort den Eistand. Мы возьмем рядовую обстановку. От этого зависит успех всей операции Вундерланд. Пронюхали немцы о наших караванах.
Не исключено. Но, как говорится, видит око да зуб не имет. Авиация не достает. Лодки так далеко во льды не сунутся. А надводные корабли, рейдеры? Никогда еще, товарищ командующий, надводные корабли не заходили так глубоко в Арктику. Не заходили. Слабый аргумент. Спасибо. Александр Григорьевич. Слушаю. Надо организовать авиаразведку. Есть. Решит, товарищ командующий. Значит, обстановка на сегодняшний день такова. Караваны продолжают движение, постепенно подтягиваясь к проливу Вилькицкого. Западный со стороны моря Лаптевых и восточный со стороны Карского моря. Дальше. С Диксона на Северную землю вышел ледокольный пароход Александр Серебряков. Один приходит и говорит: капитан, можно? Давай. Давай. Любите, говорит, неприличные анекдоты. Я говорю: да! Ну, говорит, тогда платите по 3 рубля. Ну, говорит, неприличный анекдот, любите? Ну? Платите тогда по 3 рубля. Приятного аппетита. Спасибо. Артиллерист. Ты мечи режь, мечи режь, а то после этого ваш мне попустит. Чего? Чего, чего? Глохнут. Вот так. Это мое. Понял. Ваша знакомая? Почти жена. Докладываю. По правому борту прослушивается шум русского самолета. Флаг батареи. Луфтангриф. Воздушная тревога. Зенитная батарея к бою. Рок-аларм. Алле посты. Zweite Mannschaft, einsatzbereit. Einzelluftziel, Steuerbord 30, Höhe 400, Entfernung 2 Meilen. Schussbereitschaft. Russische Maschine mit ersten Schuss. Bitte russisches самолет первым же залпом. Befehl des Kapitäns, die Maschine sofort abfeuern. Danke, mein Kapitän. Steuermann, hier Kurs mehr Enge. Kurs пролив Вилькицкого. Есть пролив Вилькицкого. Wir werden unsichtbar.
Мы должны быть невидимыми и стремительными, как соколы. Я это занесу в наш дневник похода. Пошли вы к черту. Товарищ командующий. Офицер английской военной миссии с переводчицей. Пусть войдет. Есть. Товарищ главнокомандующий, старший офицер военной миссии Великобритании, капитан первого ранга Элтон. Сэр, прошу. Thank you, sir. The Admiralty has tidings to the effect that the German heavy cruiser Admiral Steiner has pulled out of Narvik. По сведениям, полученным в Адмиралтействе, немецкий тяжелый крейсер Адмирал Штайнер покинул Нарвик. Когда вышел крейсер? Where did the cruiser live? About this 16th of August, I assume. В каком направлении? 16 августа. In what direction did it go? Have been unable to determine the exact course. К сожалению, направление движения крейсера установить не удалось. Oh, incidentally, you're having a nice summer here. У вас настоящее лето, очень тепло. Да, даже жарко. Even hot, I should say. Ты, please. Oh, you speak English. Little. Just as well. Makes communication much easier, I presume. Я благодарю вас за важную и, самое главное, своевременную информацию. Sir. Thank you for the information. Thank you. Если уж давать, то слишком поздно и слишком мало. Ну что, соколы? Немецкий крейсер Штайнер вышел из Нарвика 16 августа. Как? Посчитайте возможности крейсера. Есть. Вот вам и разгадка. Таинственное исчезновение нашего самолета и участившееся нападение немецких подводных лодок на полярные станции. Вот почему не отвечает станция «Север». Они охотились за ледовыми картами. Что? Видит только, да зуб не имет. На союзников надеешься, начальник разведки? 8 суток не сообщать, что Штайнер вышел в море. Ну так союзники не поступают. Расчеты показывают, что завтра к полудню Штайнер может настичь караван в районе пролива Вилькицкого. Но это если им известна ледовая обстановка в Карском море. Александр Григорьевич. Да. Не видай на караваны. Западному не выходите за льдов. Восточному войти. Слушаюсь. Стой. Немедленно стягивай в районы, свободные от льда лодки. Есть. Сережа. Друг мой, если крейсер настигнет караваны, быть беде большой. Разрешите, товарищ командир? Радиограмма. Хорошая, хорошая. Если хорошая, прочти. Мне! Вам. Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Да. А? Танцуй! Танцуй! Чита! Я на уши встану, ребят! Родился сын! Федор, ты куда? Братом! Поздравляем тебя! С победой вас! Имя выбери сам! Целуем, Мария и сын. Ой. Имя за вами, ребята. А что? Давайте Иваном. Виктор, да? Назовите. Виктория, это Александр. Победа. Верно, командир. Назови Санькой. Лучше имени не найдешь. Путь будет с теской нашему кораблю. Молодец. Раз война, кругом гибнут люди. Мария.
А женщина рожает нового человека. Поклон ей от меня, Федор. Спасибо. У нашего Феденьки родился сын Александр дорогой. Разрешите войти? Федя, Федя, Федя. Федор! Федя, Федор, ты Федя, молодец! Федя, Федя. Я завидую Федя, тебе, Федор! Федя, Федя, Федя. Спасибо, командир! Феденьки, ура! Спасибо, ребята! Добрый день, жизнь и любовь моя. Сегодня 22 июня. Да светится этот день. И да будет проклят он. Пусть будет проклят тот, кто послал на нашу землю несчастье. А для меня, стыдно сказать, это самый счастливый день в моей жизни. Год прошел с того дня, когда ты приехал в отпуск. Когда так внезапно изменилась моя судьба. По-русски, командир. Принимай. Я Тускалуза. Тускалуза? Американский крейсер. Да. Сообщите. Сообщите ледовую обстановку в проливе Вилькицкого. Что он тут делает? И почему его интересует пролив Вилькицкого? Может быть, и не пролив. Тут что-то не то. Старпом, запросить оповещение по флоту. Обнаружен неизвестный корабль. Есть. Mein Befehl, I stand über... Приказываю ускорить доставку ледовой обстановки. Они требуют ускорить доставку ледовой обстановки. Командир, радист пытается связаться с берегом. Господин капитан, они все время вызывают берег.
Он дурачит нас. Это будет ему дорого стоить. Я отменяю вариант с флагом. Слушаюсь. Показал свое лицо. Ты дома веришь? Скорот окончен. Немедленно прекратить работу радиостанции, застопорить ход, спустить флаг. Сука. Крейсер требует немедленного ответа. Командир. Федор, узнай, пожалуйста, у штурмана, успевает крейсер к восточному каравану до кромки льдов? Насколько надо задержать? Не менее 3 часов. Боцман! Я! Спустить баркас! Есть спустить баркас! Данила! У тебя есть кисет с собой? Вот. Вернешься на веслах. Ты понял меня? Понял. Господа, через полчаса ледовая обстановка будет на наших картах. Передайте, в моторе баркаса случилась неисправность. Передаю ледовую обстановку семафором. Передаю ледовую обстановку семафором. Сектор 21. Толщина льда 3 метра. Сектор льдов на юго-восток 22. Сектора 23-24. Квадрат 7-5. Какие еще сектора? Вы что-нибудь понимаете, Энка? Нет, мой капитан. Возьми у штурмана карту ледовой обстановки и в кочегарку сжечь. Ты понял? Так точно. По вашему приказанию прибыл. Ну что, Варгин? Жалеешь, что остался? Ты же хотел за глотку хватать фашистов. Вот они, сволочи, стоят. Им нужна карта ледовой обстановки, надо выиграть время. Пока твои пушки будут стрелять, Варгин, крейсер не сдвинется с места. Ты понял, брат? Понял, командир. Ни одного пустого трюма. Куда пленных девать будем?
Ох, и разделает он нас, как бог черепаху. Что там? Крейсер успевает. Он догоняет караван еще до льдов. И насколько его нужно задержать? Не менее 3 часов. Много. 3 часов. С берегом радиста не связаться, глушит насмерть. Петрович! Машина слушает! Полный вперед! Не шаляй машину! Надо подойти поближе! Есть! Ребята, давай полный! Offizier. Geben Sie durch. Warnen Sie ihn erstmal mit einem Schuss aller Kaliber. Предупредите его выстрелами всех калибров. Vielleicht will er nicht mehr unseren Männerstrich von Bord. Пусть он не портит краску на борту. Zum Einschrecken aus allen Kanonen. Können Sie Steuerbord zum Warnfeuer fertig machen? И 15 кораблей до него спустили свои флаги. Глупец. Неужели не понимает, что все равно вырву у него ледовую обстановку? Восстановить флаг! Восстановить флаг!
ангел их не загубит! Юра! Куда ты вернись? Товарищ командир! Радиста убили! Радиста убили! Значит, не знают на берегу. Внизу есть аварийный передатчик. Я свяжусь с берегом. Тогда... Вот увидите, обязательно свяжусь. Обязательно свяжусь. Тогда три слова, Юра. Веду бой с крейсером. Всего три слова, Юра. Веду бой с крейсером. Есть передача. Давай. Иди, родной. Давай. Веду бой с крейсером. С крейсером. Передайте, пусть не прекращают обстрел. Диксон, я Серебряков. Веду бой с крейсером. Диксон, я Серебряков. Веду бой с крейсером. Нам нашим некому мы оставляем должников нашим.
товарищ командующий, Москва. Аппарата командующий. Да. Да. Все силы бросили на спасение конвоя ПК-17. И ослабили внимание к Арктике. Так точно. Приняты все меры. Есть, товарищ нарком. Все понял. Сталин спросил у наркома, до каких пор у нас под носом будут гулять немецкие крейсера? Товарищ командующий, Диксон принял радио с Александра Серебрякова. Веду бой с крейсером. Ледокольный пароход ведет бой с тяжелым крейсером. Бой с тяжелым крейсером. 25 августа 42 года. Запомните это. Мама, я буду пианистом. Мамочка. Сынок, сын мой. Сын, мальчик мой. Молодец, молодец. Маме, маме не говорите. Немцы, командир. Я их зея. Я комнату выбью. Комнату выбью. Вот вернемся, все образует. Ни одного пустого трюма. Куда пленных девать будем? Чего ты кипятишься? Не терпится рукой помахать белым медведям. Федор! Федор, ты молодец! Я завидую тебе, Федор! Спасибо, командир!
Разложите на море венки. Есть такое человечье обычай. Память воинов, память погибших. Возложите на море венки. Так сражаются настоящие моряки. Вся операция провалилась. Мы возвращаемся.